Привет! Многие, кто проходил «Сталкер. Чистое небо», видели тоннель, в который забегает стрелок, после чего подрывает его. Не все, кто играл в «Сталкер», заходили в этот тоннель. И практически никто не знает, куда ведет нижний тоннель. Сегодня я вам расскажу, куда он ведет. А вы на SP Channel, и приятного вам просмотра. При входе в тоннель видна надпись на стене РО-5210. Интересно. Кто-то гренну ставил. Так, а это у нас что? Табличка. А на ней надпись. Приготовить документы. Так, ладно. Идем дальше. А вот и тоннель, который подорвал стрелок. Так, вот он, этот тоннель. И опять надпись. Приготовить документы. Угу. Проезд завален. Ладно, вернемся назад. Так, а вот маленькие электрощитки. Угу. Они ведут куда-то за дверь. А над дверью есть табличка. Вход только для персонала. Ладно, все мы здесь посмотрели. Есть у меня одна идейка, куда ведет нижний тоннель. Надо проверить версию. Шахта рыжего леса. Тоже подземное помещение. Так, в начале того тоннеля была такая же надпись, только цифры немного отличались. Так, а вот дверь. Точно такая же, как и там. Надпись другая. Центральный распорядитель. А вот и опять две буквы и числа. Ну все, я могу точно сказать, что тот тоннель ведет в центральный распорядитель, где погружают найденные ресурсы по машинам, а дальше они выезжают через тоннель возле моста в Лиманск. Да и те электрощитки в том тоннеле использовались для освещения в шахте. А на этом все. Сегодня, спустя много лет, вы узнали, куда ведет этот тоннель. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. А также можешь посмотреть ссылки в описании под этим видео. Узнай, куда они ведут. Удачи, сталкеры!